Здорово, мир, мы продолжаем объединять славян в Crusader Kings 3. И, кстати, не забывай подписываться на мой блог, все остальные ресурсы, читать мои рассказы, статьи и все остальное. И читать батю, в общем-то, смотреть батю, слушать батю. Ну и погнали. Мордвиния, вон, смотри, что творится с ней. Вообще, они все де юре не там, где надо, находятся, так-то, если посмотреть. Так, это в Балтию входит, это не то, да? А что там, Волга-Урал? Серьезно? Сибирь, Монголия? А, так там он этот уже, Байкал, ничего себе. Так-то она далеко, карта идет. Мы-то не смотрим никогда на Азию практически, да? А так-то много тут всего. Так, предлагаю с этим бардаком разобраться. Вот. А, престижу нету. Престижу нету, вы посмотрите. А он, подожди, так он же еретик, типа, для нас вроде как. Кацар, блин. Тут еще больше, значит, стоит. А этот... А он вообще нашей веры. А вот его мы можем захватить, кстати, как ни странно, да? Изолировать столицу, смотрите, можно. А зачем ее сейчас изолировать, да? Зачем ее изолировать, если тут как бы эпидемиологически-то вроде ничего не происходит, да? Но оно вот здесь, по Балтии, значит, это в порты завезли они, да, я так понимаю? Вот. И тут на юге что-то происходит. Какие-то поносы там страшные творятся в Священной Римской империи. Ну, там нормально. Это у них. У них это норма. Ничему не научила нас, да, первая эта война. Так что давайте мы еще одну. Но мы сильнее его, реально сильнее. Мы его денег больше, всего больше. Союзники есть. Мы должны их, по идее, победить. Но может еще союз какой-то может быть. Так, это непонятно. Мой внук правит в... Что? Тенгрианин в Перми. Ну, короче, интересно складываются, да? Так, Едвига правит в Киеве. Так, Бронимир Славич, безбожный злодей. Мстивой Славич. Непонятно, но... Так, этот союзником не хочет быть. Зато вот есть... Вот есть союзник. Создать титул Галицкая Русь. 400 престижу, отлично. Итак, Галицкая Русь создана. Что нам нужно-то еще теперь? Вы владеете 49, 67, все еще не хватает. У Западнославии в племя Краков, кстати, идет этот, получается. То есть польская столица, бывшая средневековая, да? Так давайте тогда на Краков лучше или все-таки Прага? Прага, да и Прага, и Краков, в принципе, нам должен принадлежать. Ну, просто Краков, он как бы в центре, в самом. Я думал изначально о Праге. Ну, давайте уже начнем это все дерьмо забирать. Точнее, не дерьмо, а у дерьма забирать, я бы сказал. Начинаем оккупацию, так сказать. Так, а ты что тут? Ты иди вон. Так, врываемся. Встаем. На осадку. Так, союзники подтянулись, вон, а. Так, вы тут все взяли. Цветок в глуши. Уже третий вечер подряд я сижу за одним и тем же столом в той же самой таверне. Нафиг тебе таверна, ты, блин, король. А, отсюда мне отлично видны барная стойка. Да-да-да, барная стойка. Очень средневековое понятие. Из 10 века прямиком. А также привлекательный трактирщик за ней. Чего? Какой привлекательный трактирщик? Ты охерел совсем, что ли? Мои грезы прерваны, когда мой брат граф Луциан с грохотом ставит кружку за стол. Я вижу, что Каэтан привлек ваше внимание, шепчет он с хитрой усмешкой. Я вас не виню, он добросердечный мужчина. Так, началась гниль. Давайте, я здесь просто, чтобы выпить. О, дитя моей династии. Халла родила моя придворная, да, сына. Бронимир, Эмунд, Харальд, Ондржи, Януш, Валенты... Владислав, вот Владислав будет. Ой, в Венгрии тоже началась говнина какая-то. Так, отлично, одна война выиграна, артефакт захватили. Что пережил Верховный Вождь Божеслав, книжечка. Эта книга повествует о временах, когда отец персонажа Верховного Вождя Бонча Мазовского, Божеслав, умер от остановки сердца. Охеренно. А навязываю требования, одноглазый, отдавай свое графство. Отлично, между прочим, просто отлично. В Нысу тогда, мы в Нысу идем. Силезия, я сейчас про Силезию читаю у пана Сапковского как раз книжечку. Интересную книжищу, я бы сказал даже, про Рейн Ивана. О, еще войну выиграли одну. Отлично.
Тогда и в Аполе иди. Знакомые такие топонимы, потому что я говорю, в книжечке в этой самой у пана Анджея Сапковского вот про это прямо. Так, выразительный зимовид. После долгих поисков в документах более древнего и менее надежного происхождения у меня появилось достаточно материалов, доказывающих, что вы, господин графства Прага. Более того, великое вождество Богемии отныне ваша земля, собственноручно Аарон. Заяви о моих правах на графство. Да, Богемия. Великое вождество Богемия. Да, всю Богемию мое теперь. Все мое, все. Город Стельшце. Стельшце. Мстивой вырос. Это не мой наследник-то? Нет, у меня зимовид. Третий будет он. Так, везде побеждаем. Сорбия куда-то уползла, само название, да, уползло. Потом Померанию тоже, конечно, завоюем. Ну, этих хасатрийцев. А по религиям-то у нас как дела обстоят? Где посмотреть-то теперь? Вот здесь, да? Ага, вот оно. То есть у меня вот... Опа-на, Рюген-то, блин, не контролируем. Вот в чем беда-то. Вот это только три места контролируем. И вот это, Новгород-то тоже, ты посмотри, что творится. Мы надо вот это потом всю, всех славян-то остальных тоже под свой покров забирать. А так-то видите, что творится? Ну, да. Не пойму только кельтское христианство, что такое, почему оно не католичеством считается, очень странно. Что-то я не углублялся в этот вопрос. Но мы захватили, тем не менее, Аполянию всю. Аполянию всю захватили, распустить всех, надо восстановиться. 12, у меня перебор с доменами, конечно. Со всеми перемирие, со всеми война. 56 мы контролируем, да? Не хочу со Священной Римской воевать, честно сказать. Их военная мощь равна нашей, но католиков очень много, потому что там Западная Франкия, Аквитания, это не слабые тоже королевства. И Англия. Англия это Уэссекская династия, это кто вообще? Кинихельм Щедрый, католичество англосаксонское. Его батя был, а его дед был... Какой-то Кинихельм. А его дед, дед его деда был Альфред Зверолов. Который Альфред Великий. Первый король Англии объединенный. Ну, это из истории. Тогда мой совет. Вы мой совет, вот и советуйте. Значит, надо нам тогда подделать на Краков. На Краков подделай мне, пожалуйста. Подделай мне на Краков. Что я смогу сделать с тобой, козел? Как же я смогу отнять у тебя титулы? Непонятно, как я пока буду это делать, честно сказать. Но мне нужны вот эти червенские города еще. Они в союзе с этим-то, да? Бихар, Темиш, Жанна... Слушай, вот это червенские города, я в принципе могу этот. И вот это вот дело, да? Вот это вообще милое дело. Кстати говоря, да. Да, между прочим. У меня деньги закончились практически, кстати. Мы можем... Опа, страшилка, очаровательный вассал. Да, молодец. Мэр Бесприм, молодец. А, смотрите. Получается, за Великую Моравию могу войну идти, да? Могу за Польшу. За Польшу. Польша больше. Польша больше. Если Польшу всю вот этот, вот эти куски тоже взять, и червенские города, то я думаю, нормально должно выйти, да? Почти рэп зачитал практически. Есть у меня один способ, как деньги зарабатывать, блин. Так, давайте на обычной скорости и будем идти. Так, это что такое? Исключить из массовых действий. Так, нет, мы откажем. У меня нету сейчас на это. Хотя сами же ее призываем постоянно. Это кто вообще? Буддисты какие-то? Ничего себе. С рулем, блин. Которых тогда не было кораблей. Так, за влияние не буду. Тоже не буду. Тебя за деньги выпущу. Опа-на. За 98. Молодец. Молодец. Это пленники, толташиты эти все, мадьяры. Вспоминается сразу немедленно, значит, рядовой Швейк, да? Приключения рядового Швейка, бравого солдата. Там был один дядя, который... Про мадьяров сразу упоминал, так матерился страшно.
бил их стульями беспощадно, когда в Венгрии был. Итак, вот это все надо-то расставать так-то, по идее. Кто у меня наследник-то? Наследник, наследник, даруют тебе титулы, титулы даруют тебе. Нет, славяноязыческий высший совет я не буду тебе давать. Ну вот это я тебе отдам. И то у меня превышение дикое. Начать легенду не могу пока, ребята. Тебе вассала отдам. И королевство Польша я могу создать. Ну, давайте Рутению создадим. Бац. Создали королевство, да? Еще одно очередное. И я просто немного... Страхово мне, честно сказать, вот это за королевство Польши-то это все объявлять, да? Сможем мы, не сможем это все завоевать. По идее, он 9 тысяч, ты посмотри, с 12 тысяч всего, да? Союзник есть, все есть, уступает их мощь. Надо подумать еще, крепко-крепко подумать. Давайте сначала с этими доразбираемся. Он трусиха какая-то, Магдалина трусиха. Давайте с ней тогда доразберемся. Вот это довоюем, и тут Польша как раз да соберется. Вот это червенские города. И вот это тоже этот. Оскар какой-то, Оскар у него заберем. Завоевать графство. Собрали все армии, вон они, 4 армии. Ну, думаю, здесь даже вот этот бич, который вообще православный, какой-то из Валахии, даже он, наверное, справится с такой-то армией. А это все на червен идет. Да, бич, справляйся, пожалуйста. Ну, конечно, справился. Там вообще никакое это. Так, и тогда одна армия идет сюда. Так, а куда вы? Вы только сюда не идите. Окей, хорошо. С червеном-то быстро... арпады какие-то тут гоняют. Вы че? Арпады? Грифита умер, да ладно. Старый был, да? 67. Так, 15. Ой-я! А тайного советника тогда нету. Не-не-не, подожди. А кто ж тогда есть-то у меня? Мэр вот есть какой-то. Куда вы там? А, вы мимо проходите или как? Давайте это... Это моя территория? Моя, слушай. Так, здесь 100%. Теребоваль забрали, потеребим и все, и хватит. Тут жжется все, жжется, горят, горят, горят. Получена легитимность. Поход в бордель, хорошая форма. Не-не-не, давай хорошая форма, не надо, чтобы ты болел там сифилисом и загибался. Мне такого не надо сейчас точно. Венгрия, думал, что распалась. Нет, не распалась, ты посмотри. Они не хотят в открытое воевать с нами, кстати, если мы можем заметить. Хан Исаак Молдавский, да, покупаю, вернее, беру перемирие. Опа, на, вы что тут? С ума сошли, что ли? Алло, что скачете-то? А нет, стоп! Давай тут бой принимаем, там же крепость-то наша уже. Давайте, давайте, давайте! Ну чё вы, суки, чё вы, суки, чё вы, суки, суки, суки? Не, придется статус-кво, слушайте, делать. Статус-кво, да, пришлось сделать. Вы видите, да, что творится? Разбили нас, блин, в червенских городах. Не вывозим пока мы. Червенские города нам вломили. А так все хорошо начиналось. Просто ж надо было как-то вместе, совместно со всеми. И я вот не знаю теперь, какую нахрен эту-то... Как там Польшу-то забирать? Ну, ее надо забирать. Окситанская оспа. Окситанская, вернее. Окситанская оспа. Херфордская лихорадка. Священно-римская оспа. Охереть. Вот это рядом, кстати, довольно-таки уже он... В Дании тут может перескочить на нас. Это плохо будет. 10 графств осталось, 10 графств. Давайте попробуем, что ли, я не знаю. Не попробуешь, не узнаешь. Тут как бы это, одну-то священную войну просрали, им же причем. Но их надо ослаблять, они слишком это. Вот христиане не лезут после того, как тут защитили. Так более того,
У них же забрали Прагу, Плзень, Жатец, это все у христиан забрали обратно себе. Вот у этой Священной Римской. Так что давайте попробуем, хрен с ним, но... Просто надо тут сразу этот... Смотри, не примет собака. Корабли какие-то плывут, повисли, ничего себе. Не знаю, что из этого выйдет, а выйдет вон что. Вон они лезут уже. Что, сможем мы, нет? Давай-давай, жми-жми их, сук. Давай-давай. Ура, блин. Слава его за вас идет по всей земле. Разбили их, главное сражение буквально. Идем на осады, встали, да, вот то, что покорять надо. Арелис. Арелис из Сасна. Из Сасны. Интеллект, разбой 15. Пусть. Астерикс и Обеликс, блин, практически. Так. Давай, давай, лови их, сук, на развороте. Отлично, дави, дави их. Польша должна нашей быть. Отлично, отлично прямо. Давай их столицу возьмем. Или не будет оно, подожди, оно счета не прибавит нам. Мне кажется. Блин, еще и у внука, он жирный какой-то, кстати. Король Зимовит, Белая Русь. Это мой наследник, игрок. Он стал королем Белой Руси. Ну, придется ему помогать тогда. Это значит, ничего себе, он... Без крови тогда еще одна территория присоединится. Тут славяне собираются потихоньку, как ни крути, блин. Нам бы с Польшей разобраться, вы че так? Так, и на Краков ты подделал. Молодец, теперь смотри. Раз ты с этими делами разобрался, то тогда... Тогда, наверное, ты знаешь, как делай. Ты все-таки вот в Заславоледи и там проповедуй. Там эти толташисты или кто они там называются, фетишисты. Все-таки давайте мы на развороте их допинаем, этих тварей, блин. На! Неверных надо мочить. Все, что ли? Маршала нету. Придворного врача нету. Итак, пятнистая лихорадка выстрелила, ты посмотри. А я нанял какого-то, значит, индуса, блин. Нанял индуса, экзотического врача. Слабый мерцающий свет озаряет лазарет, в котором работает Чипата Джампан Пияда, являя взору план для нападения. Для какого нападения? У меня есть ряд наблюдений касательно того, как распространяется пятнистая лихорадка. Она в Апулии, кстати. Главным образом, то, как тела пациентов мучает лагерная лихорадка, чего мне ранее не доводилось видеть. За этим моровым поветрием точно стоит винояки, и лишь выйдя за рамки традиционной медицины, мы сможем побороть это проклятие. К счастью, я разбираюсь в мистицизме и располагаю лекарствами, которые помогут народу телесно и духовно. Но именно мне нужно определиться с окончательной стратегией борьбы с распространением заболевания. Так, мягкий подход, рискованные меры, мистические меры, лучше бездействие. Да какой? Нет, давайте безопасное лечение попробуем для начала. Успех! Умеренный подход оправдал себя, замедлив распространение симптомов среди простолюдинов. Хотя воздействие оказалось незначительным, это дает больше времени на поиски постоянного решения. А уж это средневековая медицина, блин. Ну а что было дальше и как мы объединяли славян, ты узнаешь в следующей серии. Подписывайся, лайки ставь, не забывай на основной канал заходить, на все другие ресурсы подписываться и читать батю, слушать батю и смотреть батю. Пока! Самое время подписаться на остальные мои ресурсы, Квирит, например, на мой блог. Также можешь прочитать бесплатные фрагменты моей книги или приобрести ее. Все полезные ссылки в описании.